8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Только в свой профильный праздник в понедельник ЗАГС не работает, но и пройти мимо него этот орган власти не мог. Решили праздновать в пятницу и пригласили 9 супружеских пар, чей общий семейный стаж исчисляется несколькими сотнями лет. Сегодня вы являетесь ярким примером для молодого поколения, для всех окружающих вас родных и близких людей. Вы уже мудры, опытные, знаете, как преодолевать все житейские трудности. От всей души хочется вам пожелать и впредь сохранять ту удивительную атмосферу добра и теплоты. Желать вам счастья, любви, благополучия и долгих-долгих лет жизни. Если условно считать приглашенных молодоженами, то самые юные из них вместе прожили 38 лет. Были на этом чествовании пары, которые состоят в браке 50 и более лет. Николай и Любовь Сульдяйкины пока полувековой рубеж не преодолели, но и не считают это сложным. Знают рецепт брачного долголетия. 1 июля мы зарегистрировались, так что в этом году исполнится 49 лет. В следующем году, если доживем, 50 лет будет. Вот. Работали вместе на одном заводе, вот. Прошли огни и воды, жили на квартирах. Все это укрепляло нашу любовь, наши отношения. То есть самое главное, мы сумели пройти все трудности вместе. Всем крепким семейным парам вручили медали за любовь и верность. А чтобы напомнить супругам о том счастливом моменте, когда они расписались, им предложили повторить процесс в книге почетных юбиляров семейной жизни. Евгений Волков, Анна Осипова, Павел Толобаев. Наши новости.